Итак, касательно темы спорта или спортивной тематики, я хотел бы кое-что вам показать и, естественно, выслушать потом ваше мнение. Можно ли это назвать спортом? Для любителя, который занимается вот уже определенное продолжительное время восточными единоборствами, приоткрою маленький секрет, по 7 раз в неделю, по 1,5 часа в день, как минимум, это спортом назвать нельзя. Это образ жизни, это твое мышление, это то, чем ты живешь, чем ты дышишь, то, без чего ты прожить не можешь. То есть занятия восточными единоборствами укрепляют не только наш дух, здоровье, но и общее физическое состояние. Так вот, обычная вот такая вот доска, Сейчас я уже в прошлом году на старом канале показывал вот такой вот удар ребром ладони, хайтаучи называется. Ломал доски, ломали мне доски об руки, об ноги, об живот, об спину. Ну вот решил я опять повторить. Чтобы просто узнать ваше мнение. Можно ли это назвать спортом? Итак, упираем. Упираем доску и ломаем ее вот таким вот способом. Как они называют, товарищи, некоторые, привыкшие к стилям звериным, лапа тигра, лапа леопарда. Ломаем основными фалангами пальцев. Почему я в перчатках? Сейчас покажу. Почему я в перчатках? Потому что вот такие вот большие щепки, не дай бог, могут нас покалечить. Вот к теме спорта и занятий спортом, занятий восточными единоборствами. Решайте сами, что это было.